Открытый диалог. 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 С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день. Здравствуйте, Сергей. А накануне принятия там закона о выделении средств на для поддержки Израиля, там миллиард долларов, по-моему, Сквад категорически выступал против, но тем не менее проголосовали, закон приняли, выделят для железного купола деньги для того, чтобы обеспечить боеприпасами, очевидно. Но при этом какое-то событие, которое может повлиять на американо-израильские отношения, прошло незамеченным. Вот если можно об этом. Вы совершенно правы, Сергей. Действительно, недавняя драма по поводу финансирования Соединенными Штатами железного купола была не более чем, я бы сказал, интермедией на фоне предложенной конгрессменом-демократом из Мичигана Энди Левином поправки к закону о борьбе с терроризмом от 1987 года. Эта поправка, которую он предлагает, по сути дела, способна эффективно поддерживать террор палестинских арабов против Израиля. И это действительно недополучило достаточного освещения, поэтому я считаю, что очень важно, чтобы мы сегодня поговорили об этом, потому что это касается напрямую израильско-американских отношений, по сути дела, вот того, как сегодня пророссийская сила в Демократической партии видит будущее, точнее, не видит будущее Израиля. После того, как Палата представителей подавляющим большинством одобрила законопроект о дополнительных расходах по программе «Железный купол», все от спикера Палаты Нэнси Пелоси и байденовской администрации в Белом доме, конечно, до премьер-министра Беннета израильского и министра иностранных дел Яир Лапида задорно объявили о царящей в Вашингтоне двухпартийной поддержке Альянса США и Израиля, который, мол, силен как никогда. Но, к сожалению, еще до принятия законопроекта стало ясно, что дело обстоит ровно наоборот. Но сначала действительно напомню немножко об этой ситуации с законопроектом о дополнительных расходах по программе «Железный купол». Склад, да, отряд, 8 членов Палаты представителей с левого края политического спектра проголосовали против финансирования «Железного купола», и два их комрада, одна из них рыдающая Акасия, воздержались. И единственная причина, собственно, вот надо как бы понять, откуда взялось это голосование, единственная причина, по которой эта поправка вообще была вынесена на голосование, заключалась в том, что несколько дней до этого те же члены Палаты представителей заблокировали включение в комплекс на решение непрерывных расходов дополнительное финансирование программы «Железный купол». То есть сначала они провалили это в рамках общего финансового корпуса американского, ну а затем пытались противостоять уже на отдельном голосовании. Да, они проиграли, всего 8 было против, и 2 воздержались. Но в целом сначала подавляя, затем выступая против финансирования совместной израильско-американской системы, которая, я напомню, «Железный купол» является полностью оборонительной и работает только для предотвращения убийств мирных жителей, бьющим без разбора по израильским гражданским объектам ракетами арабских террористов. То есть «Железный купол» — это не оружие наступательное, это не то оружие, с помощью которого сионистские агрессоры занимаются геноцидом и чем там они еще, апартеидом, мирного арабского населения. Нет, «Железный купол» — это противоракеты, которые защищают мирных жителей израильских городов, и, кстати, арабских мирных жителей, тех же того же Лода, скажем, от ракетных обстрелов из сектора Газа. Так вот, когда вот этот склад, когда эта группа прогрессистов сначала отказалась поддержать это в рамках общего проекта, потом выступила против финансирования уже отдельно, по сути дела, законодатели эти четко заявили, что они поддерживают палестинских арабов в их террористической войне против Израиля. Тут других вариантов нет. Это нужно очень хорошо понимать. Представители, перечислим их по именам, Мэри Ньюман, Эндрю Карсон, Хэнк Джексон, Джонсон, прошу прощения, и Кори Буш, и Александрия Окасио-Кортес, которая потом в итоге воздержалась, и Рашид Тлаиб, конечно, и Ильхан Омар, и Гесус Гарсия, и Рауль Грихальва, и Аяна Пресли. Их товарищ республиканец Томас Месси, да, мы немножко забываем, но среди республиканцев тоже находятся, я бы сказал, такие гниловатые персонажи, и тем, кто его выдвинул, в общем, можно, стоит задуматься, кто это
том смысле, что он из себя представляет. Они выступили против пакета финансирования железного купола, поскольку, по сути дела, они поддерживают террористическую войну, которую Хамас, ФАС, исламские джихады и их коллеги из Хизбаллы ведут против народа Израиля. Они не желают финансировать железный купол просто потому, что хотят, чтобы Израиль проигрывал террористам. Это все очень просто. Но, несмотря на всю драму, которую участники отряда, склада, да, устроили вокруг законопроекта о железном куполе, все это шоу было второстепенным, не более чем, как я уже сказал, интермедией, потому что основная антиизраильская и пропалестинская террористическая акция происходила совсем в другом месте, в другом, как бы, в другой части. За несколько часов до того, как Палата представителей проголосовала за дополнительное финансирование железного купола, член Палаты представителей, демократ Энди Левин, прогрессистский еврейский депутат из Мичигана, да, 9-го, по-моему, дистрикта, проголосовавший за дополнительное финансирование железного купола, кстати, да, он не выделялся из общего числа якобы сторонников и друзей Израиля, он представил свой собственный законопроект, касающийся палестинских арабов и Израиля, и взаимоотношений. И следует заметить, что этот законопроект Левина, он куда опаснее для Израиля и для американо-израильских отношений, чем голосование коллег Левина, прогрессистских законодателей по железному куполу. Основная цель законопроекта Левина, с авторами которого являются еще 24 представителя, и, к слову, 7 из них также являются евреями, как и Левин, состоит в том, чтобы поддержать террор палестинских арабов против Израиля с одновременным признанием еще целого длинного списка откровенно антиизраильских шагов. Законопроект Левина включает поправку в закон о борьбе с террором от 1987 года, которая определяет ООП как террористическую организацию и запрещает США позволять ООП открывать свои офисы в США или получать помощь от США до тех пор, пока ООП и входящие в нее организации продолжают заниматься террором. То есть еще не так давно, еще на нашей памяти, в 1987 году, в Америке был совершенно здоровый закон. Тогда, возможно, даже казалось, зачем такой закон? И также понятно, ООП — террористическая организация, которую выкормыш московский, который был создан для того, чтобы создать, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке. Все их ее лидеры были выращены, выпистываны в Советском Союзе, в том числе и нынешний дряхлый террорист Абу Мазен Махмуд Аббас. Он был, так сказать, просто, у него было даже известно, что его кличка, который ему, так сказать, в КГБ дали, это Кротов, да? Он был Кротов. И он таким образом проходит по документам КГБ. Так вот, тогда было совершенно понятно, что ООП — это террористическая организация, нельзя открывать им офисы в США. Американская администрация не может себе этого позволить, то есть не может разрешить такие вещи, и тем более финансировать эту организацию нельзя. И вот законопроект Левина призван внести поправки в этот закон, представляя администрации полномочия разрешить открытие офиса ООП в Вашингтоне и перевод средств ООП, ну, фактически палестинской автономии, даже если ООП и входящие в нее группировки продолжают заниматься террором. То есть теперь не только ООП как бы реабилитировано, теперь законопроект Левина подговорит, даже если они продолжают заниматься террором, то все равно можно их и подкармливать, и открыть им офисы, разрешить открыть им офисы в США. Закон Левина позволяет администрации обойти закон 1987 года, просто провозгласив, что открытие офиса ООП в Вашингтоне или финансирование ООП палестинской автономии необходимы для дипломатического продвижения, понимаете? Теперь администрация может сказать так, если этот закон пройдет. Какой бы террористической организации кровавой не был бы ООП, но нам для дипломатического процесса это нужно, и тогда мы можем это сделать. Принимая во внимание, что есть закон Тейлора Форса 2018 года, который запрещает США финансировать палестинскую автономию до тех пор, пока та выплачивает зарплаты террористам и пенсии семьям уничтоженных террористов, законопроект Левина позволит администрации переводить средства непосредственно палестинской автономии, даже если та продолжит выплачивать зарплаты террористам и пенсии семьям, понимаете? В обход, то есть есть закон Тейлора Форса, который запрещает сегодня подкармливать автономию, пока она поддерживает и подстрекает к террору. Но поправка, которую продвигает еврей Левин из Мичигана и еще 24 его товарища, из которых еще 7 или 8 тоже являются евреями, она позволяет обойти закон Тейлора Форса. Законопроект Левина уполномачивает госсекретаря санкционировать такое финансирование, просто провозгласив, что палестинская автономия, ну она же ООП, реформирует свой платежный аппарат. Как сообщил недавно Центр исследований СМИ палестинских арабов, Palestinian Media Watch, такая израильская общественная организация,
некоммерческая, которая занимается мониторингом их средств массовой информации. Так вот, они говорят, в автономии, власти автономии уже уверены, что финансирование США будет восстановлено, несмотря на то, что почти 10% этого бюджета идет на выплату зарплат террористам и пенсии их семьям. То есть эти ребята продолжают платить террористам, продолжают поддерживать и подстрекать к террору, но они знают, что Байден их не бросит, и вот с помощью вот этого закона Левина сможет их начать финансировать. Высокопоставленный чиновник ПА заявил уже в их СМИ, что восстановление финансирования из США является не более чем семантической проблемой. То есть, они честно говорят, американцы там что-то подправят в своих формулировках, все будет замечательно. И действительно, в законопроекте Левина предусмотрена эта смысловая уловка для восстановления финансирования. То есть госсекретарь провозгласит, что автономия реформирует свой платежный аппарат, и все, больше ничего не нужно. Но помимо прямой поддержки террора палестинских арабов, законопроект Левина также включает несколько положений, цель которых — подорвать и ослабить Израиль. Там других вариантов нет. Одновременно подрывая и американо-израильский альянс. Так, например, закон Левина запрещает Израилю использовать оружие, которое Израиль получает от США для своей защиты в Иудее, Самарии, Газе и в Объединенном Иерусалиме. Вы скажете, а где тогда Израилю применять это оружие? А вот нигде. Видимо, так хочет Левин. Кроме того, этот законопроект также дискриминирует Израиль таким образом, чтобы узаконить антисемитскую кампанию бойкота санкций отчуждения, знаменитую BDS против еврейского государства. Законопроект Левина запрещает Израилю маркировать товары из Иудеи и Самарии, ну, из Газы теперь таких товаров просто нет израильских, но из Иудеи и Самарии сделаны в Израиле. Вместо этого Израиль должен маркировать все такие товары, как произведенные на Западном берегу или в Газе. Соглашение о научном, сельскохозяйственном и другом сотрудничестве Израиля с США будет применяться только к территориям, которые Израиль контролировал в 1949 году. То есть, например, если институт в Ариэле захочет какой-то участвовать в каких-то проектах с Америкой, то государство американское не будет это поддерживать никаким образом. Законопроект Левина требует, чтобы администрация отменила решение бывшего госсекретаря Майка Помпео 2019 года о том, что израильские поселения в Иудее и Самарии не являются незаконными, и чтобы квалифицировало их всех, в Иудее и Самарии, как незаконные. То есть полностью откат от того, что в свое время сделал Трамп. Израильские кварталы, построенные в Иерусалиме после 1967 года, тоже будут считаться незаконными, как и действия Израиля по обеспечению соблюдения строительных законов в отношении незаконного строительства палестинских арабов в Иудее и Самарии и Иерусалиме. То есть когда арабы захватывают в зоне Си области какие-то, если Израиль будет пытаться им противостоять, сейчас он не пытается, нынешнее правительство, наоборот, его поддерживает. Но если новое правительство, которое с Божьей помощью придет вместо этого, попытается что-то сделать, это будет актом незаконным с точки зрения Америки, если этот законопроект пройдет. Я напоминаю, его продвигает прогрессист, демократ Левин, еврей из Мичигана. Но, возможно, наиболее важным аспектом антиизраильского законопроекта о терроризме Левина является название, которое тот ему дал. Левин назвал свой будущий федеральный закон законом о двух государствах. Понимаете? Вот это самое знаменитое закон о двух государствах. Что такое решение о двух государствах? Это теоретически это про Израиль и про арабское государство, которое создается где-то там вот в Иудее и Самаре и в Газе. Но вот решение Левина использовать это выражение «решение о двух государствах», чтобы продать свой законопроект о поддержке террора палестинских арабов и подрывной деятельности против Израиля, говорит нам о двух очень важных вещах. Во-первых, это показывает нам, о чем на самом деле говорят прогрессисты, когда они говорят о поддержке решения двух государств. Понимаете? В законопроекте Левина не упоминается мирный процесс, а лишь условия, которые Израиль должен соблюдать, чтобы в будущем получить американскую поддержку. В законопроекте Левина лишь дважды и вскользь упоминается мир между Израилем и государством палестинских арабов. Во фразе «мирные отношения между Израилем и палестинским государством», которое, как настаивает Левин, должно быть основано, как бы создано любой ценой. Законопроект не говорит о том, что палестинские арабы и Израиль должны разрешить свой конфликт путем переговоров. Для Левина и его соавторов совершенно не важно, возобновятся мирные переговоры или нет. Вместо этого в законопроекте Левина излагаются средства, которые США должны использовать, чтобы заставить Израиль сдаться террористической войне палестинских арабов. Цель законопроекта состоит в том, чтобы позволить США расширить возможности ООП и палестинской автономии, в то время как те продолжают поддерживать, финансировать, осуществлять, прославлять террористические атаки против Израиля. Иными словами, хоть это и не упоминается напрямую, Левин и его товарищи стремятся вознаградить палестинских арабов за их террористическую войну против Израиля.
По-другому это никак не объяснишь и не опишешь. Поэтому, когда прогрессистские законодатели-демократы, такие как Левин и 24 его комрада, выражают поддержку решению двух государств, они не говорят, что хотят мирного разрешения конфликта арабов с Израилем. Для них решение двух государств — это просто эвфемизм, я бы сказал, поддержки террористической войны палестинских арабов против Израиля. И все это подводит нас ко второму выводу, который следует из законопроекта Левина о решении двух государств. Когда израильтяне и сторонники Израиля, ну, из левых, заявляют о своей поддержке решения о двух государствах, у них в голове возникает определенная теоретическая картинка. По их мнению, решение на основе двух государств — это такой способ мирного разрешения конфликта палестинских арабов с Израилем. И согласно их представлению решения о двух государствах, Израиль уходит из большей части Иудеи и Самарии, но все же не со всей территории, поскольку значительные части Иудеи и Самарии либо жизненно важны для физического выживания Израиля, либо там расположены крупные еврейские населенные пункты, которые большинство сторонников Израиля, даже поддерживающих решение о двух государствах, считают неотъемлемой частью еврейского государства. И что касается Иерусалима, эти сторонники теоретического решения о двух государствах считают, что в окончательном мирном регулировании Израиль сделает символические уступки в Иерусалиме, такие как, например, передача суверенитета над Абудисом, арабской деревней в пределах муниципальной границы Иерусалима, но за пределами города, диктуемыми необходимостью обеспечения безопасности. И помимо этой символической уступки, по их мнению, столица Израиля и еврейского народа на протяжении последних 3000 лет останется его столицей. Но эта теоретическая концепция решения двух государств основана на представлении о том, что когда государство палестинских арабов будет создано в районах, из которых Израиль уйдет, это государство будет жить в мире с Израилем. Мол, оно подпишет официальный мирный договор с еврейским государством, в котором официально признает право еврейского государства на существование. И это, в принципе, как бы те левые, которые искренне, скажем так, ну, надеюсь, искренне заблуждаются и говорят о том, что Израилю вот таким образом нужно разрешить этот конфликт, так они себе представляют, что Израиль сейчас уйдет из Иудеи в Сомали, сделает какие-то символические подвижки в Иерусалиме, там будет создано арабское государство, и два государства будут жить в мире и дружбе, ездить друг к другу в гости, обниматься, и вот такая замечательная идиллическая картина. Но проблема с этой теоретической концепцией в том, что сами палестинские арабы категорически выступают против нее. За последние 100 лет палестинские арабы отвергли все предложения о создании двух государств, которые не являлись бы исключительно средством достижения их неизменной цели — ликвидации еврейского государства. И они продолжают противиться этому. Так, например, на прошлой неделе ветеран социологических опросов среди палестинских арабов Халил Шикаки, он опубликовал новый опрос общественного мнения, показавший, что 62% палестинских арабов выступают против решения двух государств. И это при том, что Шикаки не сумел дать определение термину «два государства». Он позволил своим респондентам самим определить, каким бы они хотели видеть двухгосударственное решение. То есть, по сути дела, те 62%, которые выступили против такого решения, они отрицают право Израиля в любом виде существовать. То есть для них, в принципе, не подходит решение, при котором Израиль будет хоть в каком-то виде существовать. Это не та картинка, которую представляют себе наши наивные левые, когда говорят о двух государствах. Это картинка, в которой арабское государство есть, а еврейского государства нет. Причем 54% арабов поддерживают вооруженное сопротивление, то есть террор против Израиля. Понимаете, когда Левин продвигает свой законопроект, то он совсем не продвигает вот эту идиллическую картинку о двух государствах. Он говорит, да мне вообще плевать, как там договорятся, не договорятся, пусть создадут арабское государство, и пусть Америка заставит Израиль это сделать. А что потом будет с Израилем, мне вообще плевать. Вот как он понимает это самое решение двух государств. Это нужно четко очень понимать. Те друзья Израиля, левого толка, которые думают, что он продвигает вот ту идиллическую картинку, нереальную, конечно же, он ее не продвигает. Он совсем другой. Он назвал это решением о двух государствах, но это решение как бы вообще не про то. Это про то, как заставить Израиль прекратить свое существование. Это нужно четко очень понимать. Это, конечно, гораздо серьезнее, чем дали, не дали какие-то деньги на развитие проекта «Железный путь». С 1920-х годов палестинские арабы заявляли и демонстрировали своими действиями, что для них как бы целью создания своего государства в Иерусалиме, Иудее и Самарии наряду с Газой является исключительно одна вещь — этническая чистка всех этих территорий от любого еврейского присутствия. То есть когда они нам говорят, что сионисты проводят апартеиды, геноцид, они… В общем, так себя воспринимают ситуацию. То есть они бы, конечно, если бы только могли бы, они бы тут же провели.
В Иордании, например, которая, по сути дела, является палестинским государством, государством палестинских арабов, там запрещено евреям и жить, и покупать недвижимость. Если кто-то продал еврею недвижимость, то смертная казнь его ждет за это. Без дураков, без шуток, без каких-то экивоков. Так они себе понимают. То есть для евреев этническая чистка, там, где мы имеем власть. Именно так они поступают и в течение последних 16 лет, используя сектор Газы в качестве плацдарма для продолжения войны против остального Израиля. То есть им не нужно было там государство, им предлагали построить там государство, им предлагали туда влить в денег столько, чтобы сделать их Сингапуром. Да и не нужен им этот никакой Сингапур. Им нужно все деньги, которые они получили, они использовали для войны с Израилем, для строительства туннелей, для создания ракет, потому что их задача — уничтожить Израиль, а не построить себе государство. И они это четко совершенно говорят. Поэтому, когда Левин говорит о том, что мы заставим Израиль создать арабское государство в Иудее, Самарии и Газе, он прекрасно понимает, что мы заставим Израиль смириться с гибелью своей. А вовсе не та идиллическая замечательная картинка, про которую как бы наши наивные или глупые, скажем, назовем вещи своими именами левые, нам твердят. И оперативное сотрудничество, которое мы наблюдали между арабскими и израильскими погромщиками, палестинской автономией и Хамасом в последнем раунде боевых действий в мае, всего лишь в мае, несколько месяцев назад, оно не было случайным. С точки зрения Хамаса и палестинской автономии, израильские арабы — полноправные партнеры в этой войне сейчас, те, которые сейчас в правительстве. И эта война закончится лишь тогда, когда прекратит свое существование еврейский Израиль. Короче говоря, для палестинских арабов решение о создании двух государств не является средством достижения мира или собственной государственности. Это средство перехода к следующей фазе войны на уничтожение Израиля. И опрос Шикаки показал, что сегодня взгляды арабов в Палестине на ситуацию не отличаются от тех, что были в 20-м году, в 47-м, в 67-м или в 93-м годах. И пришло время как бы заново осознать важность этих фактов. При Трампе мы вроде бы это уже поняли, но сейчас все повернулось назад. Снова нужно объяснять такие вещи, которые, казалось, уже объяснять не нужно. И осознав эти факты, нужно действовать в соответствии с ними. Подавляющее большинство демократов, проголосовавших за финансирование «Железного купола», не доказали, что двухпартийная поддержка Израиля так же сильна, как и прежде. Нет. Они доказали, что большинство демократов лишь не желают публично поддерживать террор палестинских арабов против Израиля. И вот здесь им на помощь приходит законопроект Левина, потому что его цель вовсе не в продвижении израильского видения решения о существовании двух государств. Левого израильского видения. У правых нет такой идеи. Правые понимают, что заведомо из создания государства арабского еще одного между Израилем и Иорданией — это убийственная, самоубийственная идея. Но есть левые, которые говорят, нет-нет, мы сионисты, мы действительно за то, чтобы Израиль живо процветал. Мы просто хотим создать им еще вот одно государство в Иудее и Самарии, которое будет нам жить в мире. Это такая вот левая теоретическая, идеалистическая позиция. Но для американских демократов это всего лишь фиговый листок, за которым и Левин, и его коллеги могут спрятать и продвигать свою версию решения двух государств, которые еврейскому государству суждено быть уничтожены. Вот почему законопроект узаконивает поддержку США террористам из числа палестинских арабов, подрывая безопасность Израиля и его связи с Соединенными Штатами. Законопроект Левина не про два государства, а про то, как уничтожить Израиль. И нужно это четко очень понимать. И продвигает его евреи из Мичигана, но не нужно. Как бы это не должно никого смущать. Сегодня прогрессисты, евреи из числа прогрессистов, гораздо большие враги Израиля, я не побоюсь сказать, чем какие-нибудь ярые правые антисемиты, которые там пишут про теории заговоров и говорят, что евреи правят миром и так далее. Они чудаки, и они на самом деле ни на что не влияют. А вот левые антисемиты, пусть даже сами они являются евреями, они сегодня очень опасны. И они продвигают вещи, которые действительно реально могут разрушить государство Израиль и уж точно подорвать отношения между Израилем и США. И ответственность за разоблачение этой лжи и раскрытие правды, конечно же, лежит в первую очередь на правительстве Израиля, которое, естественно, этим не занимается, потому что они часть этого хитрого замысла, потому что у них в правительстве самом сидят те люди, которые намеренно и открыто говорят о том, что они готовы и хотят разрушить государство Израиль. Но и на сторонниках еврейского государства в США, в том числе и тех наивных левых, которые поддерживают всяких таких вот демократов-прогрессистов типа Левина из Мичигана, которые говорят, ну он же еврей, он же не может быть против Израиля. Может, да еще как. Да еще как. Для палестинских арабов и растущего числа их прогрессистских сторонников решение о создании двух государств не является средством достижения мира. Нужно очень четко это понимать.
чтобы потом не было никаких сюрпризов. Это просто эвфемизм для поддержки террористической войны палестинских арабов. Израильтяне и произраильские американцы обязаны сейчас уже ясно понять, что в сегодняшнем политическом климате, когда палестинские арабы и прогрессисты, да, сторонники принимают решения о двух государствах, они не стремятся продвинуть перспективу мирного сосуществования между евреями и арабами. Они поддерживают террор палестинских арабов и выступают за ликвидацию Израиля. И те наши слушатели американские, которые могут донести это до своих представителей в Конгрессе или до тех людей, которые могут донести до своих представителей, должны это четко очень понимать. Нет, то, что продвигают сегодня прогрессисты, это не решение о двух мирно существующих рядом друг с другом государствах. Это законы и решения о поддержке террора арабов против евреев и о ликвидации Израиля. И больше там ничего. Сергей. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, послушаем рекламное объявление. Если у вас, уважаемые дамы и господа, возникли вопросы, пожалуйста, 847-400-5200, но уже после рекламы. Открытый диалог. 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 С Александром Непомнящим. Возвращаемся в программу «Открытый диалог». Телефон в студии 847-400-5200. Ну, давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А, уважаемый Александр, я хотела вас спросить, существуют ли евреи антисемиты, и вы уже ответили на этот вопрос. Но я хотела бы узнать ваше мнение, почему это на самом деле происходит, почему это существуют такие существа. И я бы хотела сказать свое мнение, но, может быть, времени мало, и, может быть, это не очень всем интересно. Ваше мнение намного интереснее. Спасибо большое. Коротко, в каждом народе есть свои достойные люди, негодяи. Предатели, которые готовы за деньги или за какие-то преференции продать свой народ или свою страну или своих родителей и даже будущее своих детей, мы это знаем не только среди евреев, поэтому я думаю, что в общем-то обычная человеческая низость. Идем дальше. Агентство Bloomberg сообщает о том, что Израиль в последние месяцы не справился с короной и угробил свою экономику. Да, Сергей, это действительно очень интересная новость, которая, в общем, стоит обратить на нее внимание. Характерная, как бы, есть в Израиле газета «Идиот Ахранот». Мягко скажем, отнюдь не правая и не из друзей Нетаньяу, скорее наоборот. И есть там буквально бессменный ветеран, экономический обозреватель этой газеты Север Плотскер. Но он, по-моему, лет 40 уже, этот экономический обозреватель этой газеты. Вот сколько я знаю себя в Израиле, столько он там уже этот обозреватель. Так вот, он рассказал очень интересную вещь на этой неделе о том, что агентство Bloomberg действительно оценивает в последний год, видимо, 53 наиболее вменяемые страны мира, потому как им удается, с одной стороны, бороться с эпидемией короны, а с другой стороны, сохранять экономику. Как бы, вот, ну, не, все несут потери в национальных экономиках, но у кого-то это получается лучше, у кого-то хуже. И вот такое сочетание, чтобы и с короной бороться, и экономику не угробить. И в июне Израиль был в числе лучших. Он занимал 5-ю строчку рейтинга. Снова из 53 наиболее как бы разумных стран. Ну, понятно, что там не берутся страны, которые, у которых статистика нарисована правительством. Берутся нормальные страны, набирается 53 штуки. И вот Израиль был на 5-м месте. То есть, с одной стороны, он успешно подавлял эпидемию короны. Людей все-таки не так много умирало от нее. С другой стороны, экономика тоже у него не трещала по швам. И вот уже через месяц, в августе, я напомню для тех, кто слушает нас не в Израиле, у нас в это время в июне, да, у нас в конце июня сменилось правительство, и пришло это замечательное правительство Беннета, Лапида, Аббаса. Так вот, уже через месяц после того, как оно пришло, Израиль с 5-й строчки рейтинга слетел на 36-е из 53-х, понимаете, да, уже ближе к концу. А еще через месяц, в сентябре, опустился еще на 5 позиций, то есть на 41-е место. То есть за июль, август, сентябрь, за 3 месяца это правительство сумело скинуть Израиль на 36 мест из 53, и мы из лидеров превратились буквально, как бы оказались в компании самых непутевых, которые, как вы верно заметили, из короны не смогли справиться,
У нас уже больше тысячи умерших вот за эти 3 месяца. Для Израиля это очень большие показатели, потому что у Нетаньяу как бы корона кончилась, все, не было больше короны, не было никаких ограничений, гуляй, делай, что хочешь, все замечательно, тут пришло это правительство, и за 3 месяца сделано с худшими и с точки зрения эпидемии, и экономика наша загублена. Так Bloomberg. Bloomberg — агентство серьезное и глупости не пишет, и идиот Ахранот с Севером Плоскером тоже не друзья Нетаньяу. Поэтому, когда они это говорят, а не какая-нибудь, скажем, не какое-то издание, которое откровенно поддерживает Нетаньяу, это звучит совершенно иначе. И вот мы действительно видим, что правительство, которое обещало нам перемены, оно с этими переменами, так сказать, до макушки, Сергей. Да. Ну, а теперь я еще раз напомню, телефон в студии 847-400-5200. Если будут вопросы, пожалуйста, звоните. Ну, а теперь о том, как задерживали террористов, и случай удивительный произошел во время задержания. Да, Сергей, действительно, очень интересная вещь. У нас идет операция в Северной Сомали, в Джинине, в окрестностях Джинине. Джинина армия, так сказать, уничтожает гнезда Хамаса, то есть террористические группы хамасников. И вот в районе Джинина была проведена крупная операция, в ходе которой было ликвидировано 5 террористов. И во время этой операции офицер и солдат батальона спецоперации «Дувдыван», это такое подразделение бригады специального назначения, да, наша команда. Так вот, офицер и солдат получили очень серьезные ранения. И оба этих человека, как бы с каждым из них связана совершенно удивительная история, которую я подумал, что было бы интересно рассказать. Например, солдат, он, который ранен, который сейчас находится в очень тяжелом состоянии, его, так сказать, он должен был бы умереть, но там фельдшер, парамедик, тот парень, который... солдат, который обучен немножко каким-то навыкам для того, чтобы тяжело раненых оказать помощь на месте до того, как его на вертолете отправят в больницу, он пошел на совершенно нестандартное решение. Я не буду сейчас даваться подробности, но он спас, по сути дела, жизни и солдату, и офицеру. Теперь как бы за их жизни борются уже в больнице. Но вот этот солдат, он, который сейчас был ранен в Джинине, он родился в очень необычной семье. Его отец родился в семье экстремиста и религиозного мусульманина из города Лод. То есть его отец был арабом. И не просто арабом, он родился в семье радикала-экстремиста, мусульманина. И когда ему было 9 лет, его сестра была убита в рамках того, что называется у арабов соблюдение семейной чести, на глазах у ребенка. И ребенка отправили в мечеть в Газе, чтобы он ничего не рассказал израильским службам безопасности, ну, полиции. И ребенок жил в Газе, в мечети, изучал Коран, изучал, как бы получал совершенно так, промывку мозгов экстремистскую. Его приучали к тому, что он должен стать шаидом, то есть террористом, смертником, ежедневно промывая мозги против еврейского государства. Но что-то, видимо, пошло не так. То есть там он подвергся какому-то жестокому обращению, он взбунтовался. Я напоминаю, это отец раненого сейчас, тяжело раненого солдата. И его перевели из Газа в мечеть в районе Хеврона. Ну, из Хеврона он уже бежал, добежал до дома в Лоде. Но вскоре сбежал из дома тоже и жил на мусульманском кладбище. И там, на мусульманском кладбище, его нашел какой-то пожилой добрый еврей, который ему начал сначала помогать с едой и деньгами, потом помог переехать в Тель-Авив. И так постепенно этот парнишка, который убежал из дома, он стал как бы присоединился к израильскому обществу, был усыновлен в итоге еврейской семьей, поступил на службу в армию в пехотное подразделение Гевати. Он служил в Газе. Потом он учился в институте Мейра, где как бы изучают, дают какое-то такое вот религиозно-технологическое и еврейское религиозное образование. Потом он стал заниматься серьезным иудаизмом, перешел в иудаизм. И вот его сын сейчас, по сути дела, внук радикала-экстремиста и сын человека, которого готовили, чтобы быть террористом-смертником, оказался сейчас ранен в бою с террористами. Но это, не это даже самое интересное, потому что офицерам история случилась еще более удивительная. В офицера... как бы его выстрелили, и в него вошло 9 пуль. То есть там очень серьезные ранения, за его жизнь борются, но одна пуля попала в гранату, которая висела у него на бронежилете. То есть он бежит, у него эфод. Эфод — это, как он по-русски называется, пояс, на котором, так сказать, в который вставляют или подвешивают гранаты, или вставляют какие-то магазины для автоматов. Так вот, висела у него граната. Пуля попала в эту гранату. И граната не взорвалась, а раскололась надвое. То есть если бы она взорвалась, конечно, уже спасать, видимо, там было бы нечего. Но она не взорвалась. Почему, скажете вы, как такое может быть? Ну, сначала, конечно, в Израиле написали чудо.
Но потом, когда начинаешь разбираться, оказывается, что, в общем, у этого чуда есть как бы и вполне естественное объяснение. Дело в том, что в марте 2010 года, то есть 11 лет назад, точно так же погиб майор Элирас Перец, сын Мирьям Перец. Мирьям Перец у нас, как бы недавно о ней говорили очень много, это женщина, у которой погибло два сына в операциях израильской армии, и она баллотировалась на пост президента. Она была не политик, который пришла, как бы пыталась стать, боролась за право быть президентом. У нее была абсолютная поддержка общества, но победил человек, которого поддержали депутаты Кнессета. Это, кстати, говорит о том, насколько наши депутаты отражают волю общества. То есть если бы общество выбирало нашего президента, выбрали бы Мирьям Перец. Но депутаты Кнессета выбрали бывшего активиста партии труда, лживого герцога. Неважно. Я напомню, в Израиле президент — это номинальная должность, это больше похоже на английскую королеву, это не американский президент. Но. Так вот, сын Мирьям Перец, майор Элирас Перец, он погиб именно потому, что пуля попала в гранату, и она взорвалась на нем. И в Израиле стали думать, а можно ли сделать гранату, чтобы когда в нее попадает пуля, она не взрывалась, но при этом, чтобы она все-таки взрывалась, когда ее бросают. Вы скажете, что это какой-то нонсенс, оксюморон, что такого не может быть. А я вам скажу, такое может быть. И известная компания Elbit, Elbit, которая, в общем, является конторой по созданию высокотехнологических разных систем электронных, и ее знают по шлему, который одевает летчик, в котором он глазами управляет как бы всей ситуацией, по разным системам, которые добавляют к танкам и защищает танки от ракетных обстрелов и так далее, и так далее, и так далее. Elbit очень известная компания. Так вот, Elbit разработала гранату, которая взрывается, если ее бросить, но если в нее попадает пуля, она просто разваливается на две части, и детонатор не срабатывает. И вот такие гранаты в Израиле есть, а их используют пехотинцы в своих, так сказать, операциях, и такая вот граната, как выяснилось, как раз и висела. Ее так и называют граната Элираза, в честь погибшего в 2010 году майора Элираза Переца. И вот такая граната сейчас, не взорвавшись, в общем-то, оставила нам шансы на то, что офицер, раненый в очередной операции в Джинине, его все-таки сможет будет поставить на ноги. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Спасибо большое за ваши передачи, спасибо, Александр, за ваш анализ. У меня к вам два таких вопроса. Первый вопрос, если, знаете, сейчас вот я уже как-то звонил, я говорил то, что на одном из... в одном из колледжей в Америке, на котором присутствовала наша вайс-президент, она поддержала выступление, десятилетие выступления некоторых студентов и сказала «да» на, за палестинцев и что они там дискриминируются и так далее, и так далее. Это прошло через Fox News. И с этой точки зрения у меня вспомнилась такая мысль, что в Израиле, когда-то, помните, вы не пускали некоторых сенаторов, запретили им въезд в Израиль, потому что с их антисемитскими выступлениями, как Амар и так далее, знаете. Есть ли действительно в Израиле какой-то лист конгрессменов, которые не welcome, то есть не разрешается въезд в Израиль, израильтяне не рады их видеть, и такой вот не включат его туда нашего вайс-президента? Такой вопрос. А второй мой вопрос по поводу того, вот этой левой прессы. Не может ли, допустим, у нас, допустим, есть какая-то независимая, которые журналисты, которые могут проследить, кто поддерживает эту левую прессу, откуда получают они деньги, и доказать их, как говорится, гнилость, которая не получает деньги, они как бы продажные шкуры, и доказать всему израильскому народу, что эти люди не просто показывают свою точку зрения, они просто продажные на деньги, которые дали им откуда там, я не знаю, Сорос или кто-то другие, они льют эту грязь на израильскую, как говорится, израильский народ. Спасибо большое. Спасибо. Я попробую ответить на ваши вопросы. Ну, во-первых, да, я уточню, как бы ситуация с Камилой Харрис, она была еще более вопиющей, чем вы ее описали. Она действительно была в каком-то колледже, и ей там стала какая-то, значит, активистка, видимо, то ли BLM, то ли, значит, прогрессистка какая-то, и стала говорить, что евреи занимаются геноцидом арабов. То есть не просто притесняют, а занимаются геноцидом. Это очень серьезное обвинение. За такой базар, как говорят, вот в другой ситуации, надо отвечать. И как ведется вице-президент США? То есть вместо того, чтобы сказать,
Девушка, не забывайтесь, то есть вы можете критиковать Израиль, вы можете поддерживать арабов, но вы не смеете бросать такие обвинения между делом. И Камила Харрис сказала, да, эту правду не удастся замолчать. То есть она вроде как бы не сказала, вы правы, но она сказала, эту правду не удастся замолчать. Что она имела в виду? Мы понимаем, что она имела в виду. Она имела в виду, что да, я поддерживаю эту позицию, я знаю, что это абсолютная ложь, подлая клевета, подстрекательство, но я ее поддерживаю, потому что она соответствует нашей генеральной прогрессистской линии. И это действительно, действительно ужасно совершенно. То есть это просто фантастически ужасно. Если бы в Израиле было правительство, которое защищало бы интересы Израиля, оно, безусловно, подняло бы этот вопрос. И это не прошло бы так тихонько и спокойно, как прошло сейчас. Но мы понимаем, что точно так же, как в Америке сейчас правит банда прогрессистов, невменяемый Байден, и за ним стоит вот эта самая Камила Харрис, и все ее силы, БЛМ, Антифа и прочие экстремисты, которых, так сказать, подогнали ко власти. Точно так же и в Израиле сегодня за напыщенным зайцем Беннетом стоят люди гораздо более серьезные, гораздо большей степени ненавидящие существование независимого Израиля и сионизм. И эти люди, конечно же, так сказать, поддерживают со своей стороны Камилу Харрис. Вы спросили про то, есть ли список. В свое время был такой список, я не знаю насчет сенаторов и конгрессменов, но, например, Ноам Хомски, который, опять же, еврей, да, Ноам Хомски, который предлагал бросить на Израиль ядерную бомбу, требовал, чтобы Америка бросила на Израиль ядерную бомбу, чтобы уничтожить это сионистское образование. Так вот, Ноаму Хомскому в свое время запретили приехать в Израиль. Но, опять же, если бы сегодня Ноам Хомски поехал бы в Израиль, я думаю, что ему бы разрешили приехать и выступить с лекциями. И более того, я думаю, что и Луису Фарахану разрешат приехать в Израиль и выступить с лекцией. А почему бы и нет? Ведь у нас другая власть. Что касается денег и источников финансирования, понимаете, да, вы правы. Конечно же, и Сорос там, и Катар, братья-мусульмане, не все. И это все открыто. В том-то весь и ужас, что сегодня уже никто ничего не скрывает. Мы говорим, вот какой-нибудь там Синг-Сент, мозговой центр в Нью-Йорке, который сейчас, уже после того, что было в Афганистане, говорит, надо повторить модель Афганистана в Иудее и Самарии, создать там независимое арабское государство. Он говорит, вы, ребята, с дуба рухнули. Какое независимое? Вы видели, что вы сделали в Афганистане? Вы хотите то же самое в Израиле сделать? А они говорят, да, хотим, потому что вот и начинают там бубнить свое. И они получают деньги от Катара, то есть спонсора братьев-мусульман, и от самих братьев-мусульман, и от Сороса. И это все открыто. Хочешь, смотри. Об этом не нужно как бы трубить. Это все знают и так. Более того, эти прогрессисты сегодня получают деньги не только от этих вот организаций, но они получают и от больших технологических гигантов, Google, Twitter, Facebook. Они все платят этим прогрессистам. Поэтому ужас в том, что все все знают. И эта ситуация изменилась. Если раньше было стыдно поддерживать террористов, теперь вот этот самый Левин из Мичигана, еврей, он говорит, да, да, я за террористов против Израиля. Но он пока еще как бы не говорит это таким открытым текстом. Но весь его законопроект, он так написан. Мы за террористов против Израиля, чтобы Израиль умер, чтобы он угробился, чтобы его убили об стенку. И это никого не смущает уже. В этом весь ужас. Поэтому, ребята, пока у вас там Байден и его банда прогрессистская, а у нас тут вот Беннет с Аббасом и с Лапидом, у нас все будет только хуже и хуже от каждого изо дня в день. Сергей. Давайте попробуем. Иран и Азербайджан. Что там между ними происходит? Это перейти. Очень интересная ситуация. На границе между Ираном и Азербайджаном продолжает нагнетаться как бы ситуация. Очень напряженная. Иран наращивает там военное присутствие. В последние дни иранские военные развернули там уже около 100 танков. И более того, они начали как бы там собираются начать типа военных учений. И все это проходит под флагом того, что в Иране заявляют так: мы не готовы к присутствию сионистского режима на своей границе. Иначе говоря, намекают, что Азербайджан, мол, связан с Израилем и поэтому представляет для них угрозу. Но понятно, что это на самом деле как бы привязка за уши, потому что связь между Азербайджаном и Израилем существует уже много лет. А причиной нынешнего нагнетания напряженности стало то, что Азербайджан не позволяет Ирану провозить товары в Армению. То есть Армения, тут как бы все очень хитро и очень сложно. С одной стороны, в Азербайджане население, ну, наполовину, грубо говоря, наполовину, это азербайджанцы. То есть азербайджанцы там и с одной стороны границы, и с другой стороны границы. С другой стороны есть Армения, которую Иран поддерживает. И Иран сейчас хочет в Армению везти товары, и в том числе горючие.
Теперь Азербайджан, разумеется, это не нравится, потому что он с Арменией военный. Он не хочет усиления Армении. И поэтому азербайджанцы, значит, сначала они говорили, мы там какой-то налог новый ввели на трансфер через азербайджанскую территорию в Армению. А затем мы стали им вовсе тормозить. Раньше этого не было. Почему? Потому что раньше Армения держала вот район вокруг Нагорного Карабаха, и Иран как бы напрямую поставлял им товары. Сейчас азербайджанцы отжали территорию вокруг Нагорного Карабаха. И чтобы провести товары в Армению из Ирана, нужно ехать через Азербайджан. Азербайджан этого не хочет. А Ирану это, видимо, нужно, во-первых, для того, чтобы поддерживать свои какие-то связи политические, экономические. И действительно его напрягает, что Азербайджан слишком уж большой друг Израиля. И вот теперь, так сказать, Иран грозит напрямую Азербайджану. Но тут возникает еще турецкий фактор, потому что Турция себя считает покровителем Азербайджана тоже. И Турцию хлебом не корми, дай с кем-нибудь подраться. Поэтому чем больше Иран нагнетает ситуацию и так сказать, угрожает Азербайджану, Израиль сидит тихо, потому что как бы это не наши дела. Но тут возникает Турция, которая говорит, ну как кто это обижает наш бедненький Азербайджан? И вот мы видим, что, так сказать, два наших недруга, Иран и Турция, сейчас ссорятся между собой. До чего там дойдет, пока трудно сказать. Но азербайджанцы, в свою очередь, говорят, никаких товаров в Армению мы не пропустим, фигушки вам. Вот, так что ситуация там необычная, очень как бы необычный расклад и необычный как бы такой вот поворот, расклад сил и поворот событий. Будем следить за этим и постараюсь рассказывать вам по мере того, что там будет происходить. У нас остается мало времени, но попробуем, если получится. Я аналитик по арабским делам Цви Хизекели. Да. А давая интервью на одном из радиостанций Израиля, сказал, иранцы продвигаются к ядерному оружию, а у Израиля нет никакой стратегии. Эта ситуация, это то, что он сказал, отражает действительность? Увы, мы буквально на прошлой неделе действительно говорили об этом и видели, что единственной стратегией нынешнего израильского правительства стала полная капитуляция. То есть они сказали так, мы возлагаем наши надежды на администрацию Байдена. Это чудовищно, потому что мы же видели, как те афганцы, которые возложили свои надежды на администрацию Байдена, что они получили в итоге. Но это то, что делает сейчас правительство Беннета Лапида. То есть Израиль при Нетаньяху проводил операции против иранского ядерного проекта вне зависимости от того, хочет этого Америка или нет. Пока был Трамп, как бы вопрос не стоял такой. То есть, Трамп говорил, ребята, я вас поддерживаю, вы мои союзники, все, что вам нужно, все, что для вас хорошо и не мешает Америке, я буду вас поддерживать. Когда пришел Байден, то у Нетаньяху были опасения по поводу того, что Байден сорвет операции, поэтому Нетаньяху сообщал Америке о том, что мы делаем ту или иную операцию, но буквально там вот было за два часа. Через два часа мы сделаем то-то и то-то. И уже поздно что-то отменять. И Байден был страшно недоволен. Новое правительство начало с того, что сказала, мы ничего такого делать не будем. Ноль сюрпризов. Только то, что разрешит нам Байден. Байден сказал, ничего не разрешаю. Потому что у нас политика умиротворения аятол, а вовсе не дракиста. И с тех пор Израиль, в общем-то, ничего не делает. То есть что-то в Турции, вот недавно в Иране что-то произошло, не очень понятно, как бы это был Израиль, это было что-то случайное, это были какие-то другие силы. С другой стороны, как бы это то, что произошло, было не против ядерного проекта, а против ракетного проекта. По поводу того, что нужно останавливать ракетный проект Ирана, тут как бы даже до Байдена доходит, что это очень опасно. А вот по поводу ядерного оружия нет никаких решений. И действительно, Иран сейчас идет к тому, чтобы стать ядерной державой, то есть державой ядерного порога. Типа мы можем обзавестись ядерным оружием в течение нескольких недель. И никто этому не препятствует, потому что у нас в Израиле правительство такое, и у вас в Америке соответствующее. Да, на этой печальной нотке вынуждены заканчивать сегодняшнюю передачу. Спасибо большое, и до встречи в следующий раз.